Прилетел с гастролей, сложных, далеких, и приехал сегодня на день рождения к нашей любимой Юлечке Плаксиной. Раз ты ехал, значит, это человек для тебя важный. Расскажи вообще, как она, как человек, что ты хочешь ей пожелать? Ну, во-первых, хочу, дорогие телезрители, хочу раскрыть секрет. И с Санечкой, и с Юлечкой мы все знакомы по 10 лет, дружим. И сегодня день рождения не просто черного голоса России, сегодня день рождения у девушки, с которой приятно дружить, с которой хочется ходить в гости друг к другу, с которой можно в 4 часа ночи обсуждать не только то, что у тебя какой-то, ну, какая-то гадость случилась в жизни, а что у тебя произошла какая-то радость, и человек будет радоваться вместе с тобой. Она всегда на репетициях всех поддерживает, всех артистов, музыкантов, и мне хочется ей пожелать, чтобы она всю свою сумасшедшую энергию, чтобы она не делилась, но и оставляла чуть-чуть для себя, для своей семьи. Я знаю, что ты счастлива, у тебя прекрасная семья, которую я очень сильно люблю. Я вас уважаю, и дай Бог здоровья тебе, счастья, удачи, всех благ. У тебя всегда все будет хорошо, потому что ты супер, дорогая. Так что мы тебя любим. Юлечка, я тебе желаю счастья, здоровья, семейного благополучия, замечательным мужем, с доченькой. Всех тебе благ и исполнения всех твоих желаний. Юля энергичная, Юля красивая, Юля честная на сцене. Вот хочется пожелать, дорогая Юля, оставайся такой, какая ты есть. Все остальное будет тебе прилипать просто так, только хорошее будет прилипать, плохое не будет. Мы хотим пожелать ей оставаться всегда такой же сумасшедшей и сохранять себе вот этот огонь, эту бесконечную энергию, чтобы она была услышана все-таки нашей страной, чтобы ее песни играли в ушах каждого. И это, наверное, самое большое, что можно пожелать для человека, который на сцене. Я просто ни черта не слышал, что пожелала сейчас. Пожелай свое! Я просто пожелаю все то, что пожелала только что Лера, друзья. Это замечательные слова, которым я очень с легкостью... Вот видите, она что-то там нажелала. Однозначно, что мы сейчас в пролете просто. Вам по секрету скажу просто, она человек с огромным сердцем. Вот хочется, чтобы это все сохранялось в мире. Спасибо большое. Юлька, я знаю, что ты сейчас это смотришь, поэтому плевать на гастроли, на всю нашу эту историю. Всегда оставайся такой же живой и настоящий. Юлечка, я желаю тебе, чтобы во время твоих интервью присволы на тебя не падали, чтобы во время твоих интервью человек слева никогда не кричал тебе в ухо очень громко. Может, пойдем пообщаемся, пускай она... Сегодня день рождения, это очень важный день. Да, я тебе рассказывала, у тебя день рождения. Ты знаешь, на маленький годик твоей жизни стало больше. Как ощущения, что ты чувствуешь? Я чувствую себя на все 20... лет. Не знаю, на самом деле в душе где-нибудь 30. Такое ощущение. По крайней мере, это идеальное сочетание, ты знаешь, да? Я чувствую себя на 20, но в душе 30. Шикарная женщина вообще. Нет, ну сегодня просто такой суматошный день, поэтому я пока не понимаю. А так у меня праздник называется 25-1. Это как раз мой возраст. Это такая подготовочка перед четвертью века. Меня это очень пугает почему-то. Четверть века, это ужасно звучит. И в следующем году у меня будет четверть. Мне будет четверть, в следующем году приходить. А сегодня это маленькая такая подготовка. А почему черный голос России? Расскажи об этом тем, кто не знает. На самом деле, я даже не знаю, как-то это пошло так, что такое мнение у людей складывается, что когда меня слушают, но не смотрят на меня, ощущение, что поет, там, не знаю, афроамериканка какая-то, да, смотрят и просто... Вот такой какой-то. И мы как-то так сначала была черная жемчужина России, потом мы решили черный голос сделать. России как-то так в шуточной форме начали писать там хэштеги во все соцсети, а потом как-то это приняло такой очень серьезный оборот. И сейчас уже все так пишут. I love you.
Julian Ray.